21 апреля жизнь Елены Зеленской изменилась навсегда. Из супруги популярного комика она превратилась в первую леди Украины, за каждым шагом которой пристально следят миллионы сограждан. Жена новоиспеченного президента решила удалить прежнюю страницу в Инстаграме, где было много неформальных и веселых снимков. Так на страничке Елены можно было отыскать редкие фото со свадьбы. Владимир Зеленский женился в далеком 2003 году. Тогда перспективный юморист уже выступал в высшей лиге КВН в составе команды «95-й квартал». Но он не мог похвастаться баснословными заработками. Именно поэтому церемония была скромной. Невеста выбрала для важного события белое платье с пышной юбкой, которое было декорировано узором из розовых цветов. А вот жених появился перед друзьями и родственниками в сером костюме. Напомним, что Владимир и Елена познакомились еще в школе. Они учились в параллельных классах и уже тогда симпатизировали друг другу. Зеленский с детства проявлял интерес к искусству. Играл на музыкальных инструментах, занимался танцами, однако после школы он поступил на юридический факультет. Супруга будущего президента получила диплом архитектора. В конце 90-х их обоих захватил КВН. Елена периодически помогала мужу сочинять сценарии для новых номеров, а позднее она и вовсе стала постоянным автором студии «Квартал 95». Мы сатирики и всегда безостановочно шутили обо всех общественных деятелях. Большая часть политиков воспринимала наш юмор с достоинством. Так и должно быть, рассказывала Елена в одном из своих недавних интервью. И все же, главной своей миссией жена Зеленского всегда считала материнство. Раньше в ее инстаграме преобладали трогательные семейные снимки с детьми. Дочь Александра появилась на свет в 2004 году, когда ее папа уже начал покорять телевидение. Впереди комика ждали съемки в кино и рекламные проекты. К тому моменту, когда в 2013-м родился сын пары Кирилл, будущий президент уже считался главным артистом Украины. Елена давно привыкла находиться в тени мужа. К тому же эта роль ее совершенно устраивает. Однако после того, как Зеленский выдвинул свою кандидатуру на выборах, семье стали поступать угрозы. По словам первой леди, именно тогда им пришлось усилить охрану. Мы до сих пор не знаем, была ли угроза реальной. Сейчас уже сняли свою охрану, но оставили телохранителей для детей. Ребята для нас уже как члены семьи, и надеюсь, они смогут остаться с нами в будущем, заявляла Зеленская. Также в удаленном инстаграме первой леди присутствовали фотографии и с другими артистами студии «Квартал 95». Зеленский неоднократно признавался в том, что главный секрет успешности его юмористических проектов – актерская команда. Со всеми звездами, задействованными в его шоу и сериалах, новоиспеченный президент знаком уже много лет, поэтому они успели стать настоящей семьей. Сейчас Елена Зеленская вынуждена посещать вместе с мужем важные политические и общественные мероприятия. В интервью она признавалась, что теперь ей вряд ли удастся оставаться в тени, но ради мужа, с которым они прошли столь длительный и сложный путь, первая леди готова пожертвовать своим спокойствием. На протяжении всей предвыборной кампании Елена поддерживала мужа и его сторонников.